Особые поздравления звучали сегодня для тех, кто прошел Великую Отечественную войну, будучи ребенком. Праздник, которого у них никогда не было, школьный выпускной, устроили ученики Международной школы нового тысячелетия. Приглашаем Василия Марковича. Вот он наш Василий Маркович. Вот такие видят вас дети. Выпускники, выходим сюда. Подарки для ветеранов организации «Дети войны» школьники изготовили своими руками. А еще выучили песни и стихотворения, создали тематическую площадку. К событию готовились очень серьезно. И, конечно, переживали перед выступлением. Справиться с волнением юным патриотам помогли сами ветераны. Патриотическое воспитание – одно из основных направлений школы. Здесь есть специальный кадетский класс. Ветераны организации «Дети войны» – постоянные гости мероприятия Международной школы нового тысячелетия. Мы являемся их маленьким гнездышком. Мы предложили им свое гнездо, чтобы они чувствовали свою защищенность. Вот, мы посадили недавно аллею памяти, сквер памяти с деревьев вместе с ветеранами войны, с участниками, с детьми войны, и с детьми нашей школы. И теперь мы двигаемся дальше. Такое внимание очень ценно, признаются ветераны, и отмечают. Особенно приятно видеть, что благодаря таким событиям школьники преодолевают страх и волнение. Это особенно важно для некоторых учеников. И дети, вы не знаете, он декламирует. А его специально послали, потому что он пришел, он не мог разговаривать. И это единственная школа, она международная, что детей сюда приводят, он не может сказать, потому что у него не развит, он какая-то болезнь. И тут логопеды, учителя, в процессе обучения он начинает говорить. Прививает патриотическому воспитанию и труду даже. Акцию «Вахта памяти» в Международной школе нового тысячелетия планируют проводить ежегодно. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на 8.